Nun, jetzt weißt du, dass ich zurückkomme. Bitte melde, dass unsere Eltern so vorsichtig... Ну вот, теперь ты знаешь, что не вернусь. Пожалуйста, сообщи об этом нашим родителям как можно осторожнее. Я в тяжелом смятении. Прежде я верил и поэтому был сильным. А теперь я ни во что не верю, очень слаб. Я многого не знаю из того, что здесь происходит. Но это мало, в чем я должен участвовать. Это уже так много, что мне не справиться. Нет, меня никто не убедит, что здесь погибают словами Германии или Хай Гитлер. Да, здесь умирают, этого никто не станет отрицать. Но свои последние слова умирающий обращает к матери или к тому, кого любит больше всего, или это просто крик о помощи. Я видел сотни умирающих. Многие из них, как и я, состояли в Гитлерюгенд. Но если они еще могли кричать, это были крики о помощи. Или они звали кого-то, кто не мог им уже помочь.